Мы возле подъезда стоим. Уже пришли домой. А вот там на белой Пежо паркуются два пижона. Мама Жона и пижон Паша. Сейчас мы их пропустим вперед, чтобы не создавать очереди в подъезде. А то тоже сейчас их увидит и будет радоваться. Ну вот это на сегодня, скорее всего, будет финальный ролик нашей прогулки. Да-то тоже. Там кто-то приехал. Встреча пижонов на Пежо. А вон наша мама Жанна идет. Баклажана. Татоша любит встречать маму Жанну. Любит. Вон она, мама Жанна. Вон мама Жанна. Ну, Татоша! Стой! Стой, 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 ты, да стой, ты говорю, блин, ты же меня снесешь? Татоша, 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 ну ничего, 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 Татоша, ну ты что его сейчас задушишь? Не задушу, задушишь? Не задушу, задушишь. Не задушу, задушишь. Сейчас Паша заберет тебя, Паша. Строгий, прошел даже. Иди давай, иди. И мы за вами зайдем. Паша, я сам открою дверь. Вот так вот. Вот так. Давай. Вот все. Пока.